Главный секрет в этом деле, чтобы лед был нужной толщины. Знающие люди говорят, для этого морозная погода, не меньше минус 10, должна простоять примерно месяц. В этом году холода хватило с лихвой. Лед сковал основательно. И даже больше того, что нужно. На сегодня он промерз на полметра. Это осложняет и без того экстремальную работу. А что опасно? Мы же стоим на льду на берегу. Ну, бывали случаи, проваливались туда. Ну, а там не глубоко. И здесь течения нету, никуда не унесет. Тем более, столько народу на льду успеют всегда вытащить. Тем более, теплый вагончик, там всегда можно погреться. Процесс заготовки стройматериала для снежного городка отлажен как часовой механизм. Резко выуживание кирпичиков из воды, погрузка в машины, которые уходят на Сахарова. Прозрачность льда не вызывает сомнений в его пригодности, несмотря на то, что некоторые кирпичики наполовину мутноватые. Им предстоит еще огранка, отшлифуют до кристальной чистоты. Именно здесь, в районе Затона, лед считается самым лучшим. Вода не проточная, то есть лед получается прозрачный. Нет примеси, нет песка, нет водорослей. Потому что пробовали заготавливать лед, пилить на Оби. Это было, ну, может, лет 5 назад. Там брали пробы, так называемые. Лед в песке, лед грязный. То есть это идеальное место получается. Около 700 ледяных блоков резчики напиливают в день. От них тоже зависит, будет ли городок построен вовремя. Обещают не подвести. Из этих кирпичиков возведут ледяные ограждения, 12 фигур, башни и другие элементы. Строительство новогоднего городка начнется на площади Сахарова со дня на день. Лариса Куренкова, Александр Антропов, информационный канал «Город».